Приветствую зрителей канала Мудрая Рядом. Сегодня поговорим о том, как сохранить огурцы и как восстановить, если вдруг они уже подсохли. Итак, если по какой-то причине нам нужно сохранить огурцы, и хранить их надо не менее 3 недель, ну, допустим, командировка, а вы уже купили огурцы, ну, или поездка куда угодно, что нужно сделать? Нужно взять огурчики, обязательно вымытые, но сухие. Обязательно сухие. И завернуть в бумагу. Бумага может быть любой. У меня это пергаментная бумага. Можно заворачивать кухонным полотенцем, салфеткой. Каждый огурчик отдельно. Как только вы завернете все огурчики, их нужно будет сложить в обычный полиэтиленовый пакет и оставить в холодильник то место, где хранятся овощи. Если вы купили или привезли с дачи очень много огурцов, а консервировать сегодня и даже завтра не получится, нужно огурцы обязательно замочить в воде, но не полностью, только на 1/3 часть. То есть нижняя часть огурцов у нас в воде, а верхняя часть у нас без воды. Но сверху мы обязательно накроем мокрой тканью. Я показываю на маленьком объеме, это можно делать и в большом тазу, и в ведре, или даже в ванной. Конечно же, хорошо, если поставить ведро на балкон или в холодильник, но не страшно, 2 суток эти огурчики побудут у вас в таком же состоянии. Единственное, что нужно будет поменять воду, если это будет 2 дня, и поменять местами нижние с верхними огурцы. А так они еще прохранятся ровно 2 дня, хрустящие, как раз подойдут для консервации. Если вдруг огурчики свяли, то нижнюю часть нужно будет срезать и поставить вертикально в емкость с водой. Так это надо проделать с каждым огурчиком. И вот так в вертикальном положении поставить их в холодильник. За ночь они наберутся влаги, и вся мягкая часть станет сочной. Всем, кому было полезным видео, ставьте лайк, пишите комментарии. Спасибо за просмотр. Всем пока-пока.